Вжух. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Все, я прошел с самого начала это все говно. Вот там вот этот самый, я уже забыл как забрать, но... Я, короче, его уже забирал, вон оттуда. Вот. Но сейчас я не буду с этим париться. Поэтому я просто сейчас вот... Оп. Оп. Не вижу пилота. Умер. Вижу его, как... Умер. Да, вот его, пожалуй, возьму. Вместо той волны, на котором я была. Черт, мне нужно авто и Firestar. Да у меня шмаляет какая-то... Непонятно. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон угол 2. Вот, поэтому... Не вижу пилота! Все, вот так вот. Туда я обраться не могу, да? Оп. Нет, не вижу. Оп. Ах ты ж. Сам себя протаранил. Оп. Вот и все. Нету винтовки этой. Итак, титан класса авангард и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был. А... Очень неплохо. Ну, конечно же, я лучше. Ох ты ж! Я умер. И хоть я и капитан очевидность, но я умер. Итак, титан класса авангард и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Минус два. Кто бы ты ни был. Перезарядка. Очень неплохо. Отходим. Надеюсь, ты лучше того, кого я убил до тебя. И вот так вот. Вижу его! Умер. Ты не забывай, ты, а кто я, чтобы говорить, кто спился, а кто нет. Ты. What the fuck? Почему он стрелял вот сюда вот? Он же его один раз убил. Оп. Мало того, что вот этот куда-то не туда говорил, когда вот там вот персонаж стоял, ты говорил туда куда-то. Комплекс проникки танка с авангард. Возможно, из РСП. Патроны. Ладно. Ты мне там собирается уже будет потереть? Мне это даже интересно стало. Однако сложно. Пилот, соблюдайте осторожность. Ты тоже, Бити. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Оп. Оп.
Лол, это я чё? Что-то я как-то не так прошел. Оп! Черт. Не повезло. Нет, все равно не хочет. Значит, надо задестроить вот эту фигню будет. А потом... Вот там вот. Паркур. Оп. Пилот, еще оп. Немного, и наши пути пересекутся. Оп, оп. Отлично, очень рад. Обнаружено ослабление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Дохни. Я всегда готов. Что ты мне говоришь? БТ-7274 через стену. Найс, ПХ. Просто... Я просто похлопаю. Один способ. Вон у нас БТ наш. А я опять забыл поставить этот самый. Ну, да ладно, ничего страшного. Через сколько-нибудь 5 минут уже надо будет индиться. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Окей, этот момент я помню прекрасно. Меня никто не видит. А, вон они, быдло. Но меня все равно никто не увидел. И это хорошо. Тогда надо бы зажать. На, ты сдохни. Ты тоже сдохни. Кто он был всем умереть? Вот, R-201. Это ты. Отправьте подкрепление в насосное отделение. Насосы, аварийное отключение. Окей, там у нас закрылась эта штука. Нам тут сейчас придется выживать как последним дебилом. Цикл остановки насосов 20%. Оп. Вот тут и херни надо обязательно остерегаться. Поскольку... В токсичной грязи много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Чего там высматривать? Стреляй! Беспорядочная стрельба в район нахождения моего пилота противоречит директиве 3. Оп. Будем... Выпускаю клещей. Ага, кто-то уже клещей, блин, выпустил. Теперь они мне мозг шайтанят. Да как вы уже заколебали, а? Остановки насосов 40%. Мало того, что меня тут клещи лямзят, так еще и... Бросаю термиту! Оп! Оп!
будем вот так вот, значит, набрачиваться назад и кидать гранату, чтобы... избежать офигительных историй от всех этих дебилов. Колебаю с своими плечами. Ох, фиш. Я еще раз погиб, ребята. Это кошерно просто. Мне это даже самому понравилось. Окей, второй раз это уже немного сложнее, чем было в первый раз. Цикл остановки насосов 50%. Окей, еще столько же времени примерно надо продержаться, чтобы... Черт! Цикл остановки насосов. 80%. Ну, давай еще немного. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Восстановлен визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Все. БТ. Здорово. Пилот, бой выдался нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Оп. На этот раз я хорошо придержался. Итак, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. А еще там в описании, короче, снизу будут ссылки на меня и на мою группу ВКонтакте. Все, всем удачи и всем пока.